Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Биндаванам Ванчакалпатарувасакипатиндвевача Патитананг павунибхо вишнабибхьо намо нама Муканкароти вачаланг пангунланг хайтигирим Яткипатаманг банди параманандамадва Бриндавай тулсидеббай пиявай кесавасача Снабхакти паде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттама Девинг сварасватинг весам тато жайо мудир Санкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрашва пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Бараньо Дхиям Сада Парибхабхагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сивавиранчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапали Бхавадипутам Панде Махапурусате Чарнаравиндам Ят-пад-паллава-накачанда-мани-чатая Висвуржи-такима-пикапа-вадушва-дарши Урна-нурагра-сасагра-сара-мурти Сарадхика-майкада-кипа-мкароши Шри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Сиаддхайта-гада-дхар-сива-сади-гаура-бхакта-бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Аджануламбита фужоу канака бодато сангитаноикапитаро камала ютакша вишам бару дижа бару жугадхар мапало банде ягат прия кару каруна бодару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура-сура-сура-сура-сура-ир-вандито-дипа-рупам Бхуктинча-муктинча-дадасиниттам Бхаван-рупе-на-садан-наранам Ганга-таранга-раваниня-жата-калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно прияманга мадапахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир яса чавакшаси
Ясьясте иде самби, твам нишингамахам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Бхаям дитья винишати авинишатаха сват ишат апитаса випараджая астрити танмаяя йато авая твам бхактайка ишам гуру девататма. Бхаям дитья винишатаха сват ишат апитаса випараджая астрити танмаяя йато авая твам бхактайка ишам гуру девататма. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Джагадгуру told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, чтобы спасти обусловленную душу из тюрьмы Майи. Это очень сложная задача, она практически невозможна. Но все же она возможна. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, чтобы спасти душу, обусловленную душу из тюрьмы Майи, это очень сложно, практически невозможно. Но все же это возможно. Какая великая задача это? Те, кто разумны по-настоящему, они могут понять, а обусловленные души не могут понять, какая великая задача это, какое великое благо гуру вайшнавы хотят дать этим обусловленным душам. Это непостижимо. Но это возможно. Та шлока, с которой начал, она из Шримад Бхагаватам. Все время какой-то страх, какие-то беспокойства следуют за дживатмой. Всегда следуют. И такие души, они никогда свободны от беспокойств, всегда чего-то им не хватает, как-то беспокоится, и какова причина? Шримад Бхагавата Махапурана говорит. Ишат апитасья, когда обусловленная душа отклоняется от Бхагавана, и тогда она чувствует какой-то страх. А если мы утвердились в Адвагьянтатве, то нет вопроса никакого страха, откуда страх приходит. И вот когда мы утвердились в Адвагьянтатве, то вопроса страха не возникает. В Бхагаватам говорится, Капила Дев говорит, даже страх он боится Кришна. Даже страх Ямарадж, олицетворение Ямараджа, он боится. И тогда, что же за страх может задеть наши сердца, если мы утвердились в Гуру Татве, обрели милость Гуру Вайшнавов? В Бхагавата Махапуране Капила говорит такие слова, что смерть Ямарадж, он Вайшнаварадж, и он также Вайшнав. Среди 12 Махаджан он один из них, он очень важен. И вот Капила
описывается. Страх, сам страх боится Верховного Господа, кто есть Адвайгьян-таттва. И в этом главный вопрос. Мы полны беспокойств из-за Двития Анибхи-веша, из-за этой дуальной концепции. Нам много чего нужно, Пратишта, например, и прочее. Если кто-то только из-за Пратишти может говорить Харикатху, но это Анибхи-вилас. Все различные анархи, они таким образом приносят нам одни проблемы. И вот, находясь в океане страданий, и вот, Вишванатха Чакраварти Пад и все остальные объясняют. Но мы должны reconcile all contradictory matters. For long time. Мы должны понять все, что противоречит, и вот такие. Сваруп татва бигьян or science of jiva. Apparently contradictory issues because. И вот такие внешние противоречивые факторы, как вот этот джива-таттва, поскольку с различных сторон, с различных точек зрения обсуждать, то разные вещи получаются. Но это нужно все гармонизировать. Как, например, для обусловленной души опасно открывать какие-то храмы, матхи. Почему Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что не должны этого делать, что мы не должны стремиться к каким-то большим зданиям, храмам, матхам, мандирам, поскольку это проблемы одни возникнут из-за этого. Но Шрила Прабхупад открывал храмы, несмотря на это. Шримад Бхагаватам также описывается, и Бхагаван Шри Кришна, он дает совет Удхаве. О, Удхав! О, Удав, ты должен построить великий храм. И почему, с одной стороны, говорится, что нужно строить храм, а с другой стороны, не нужно. И вот надо все это согласовать. Что с одной стороны говорится, что нужно большие храмы строить, а с другой не нужно, поскольку не сможем позаботиться о них, и чтобы не было проблем от них. И а почему Шрила Прабхупад построил 64 храма, если мы не можем все это согласовать в себе, то какие-то оскорбления могут возникнуть у нас, и вот мы должны это понять, понять сердце Вайшнавов, когда, где, как. Они говорят так, в этом главное. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, несомненно, он не выступал никогда против Кришны. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур не говорил, что мы не должны строить большие храмы и прочее. А Шрила Бхактивинода Тхакур говорил это для обусловленных душ. И Шрила Прабхупад также много раз говорил, что из-за денег власти кто-то думает, что может построить Гаудия-матх, то это глупо. Шрила Прабхупад много раз говорил, что с помощью денег власти никто не может построить Гаудия-матх. Матх — это Нитьянанда Баладев. Если мы не получим милость Нитьянанды Баларама, то как можем, кто-то может открыть матх? Мы должны молиться, чтобы Гаудия-матх снизошел, чтобы пролил на нас свою милость с вечного мира. Кто может сделать это? Шрила Сидхартха Госвами Махарадж может сделать это. Или Шрила Кешава Госвами Махарадж. Они могут установить божеств, основать матх, но не каждый может сделать. Только великие махапуруши могут основать матх. Шрила Бхактивинода Тхакур дал такое наставление, чтобы люди не
совершали ошибок снова и снова. С помощью денег, власти никто не может основать мат. Шрила Прабхупад много раз говорил. И это становится просто кармой. Шрила Прабхупад говорит, когда кто-то пытается основать, построить какой-то храм, это часто просто какая-то карма получается, а не бхакти, понимаете? И таким образом мы должны примириться со всем этим. И когда Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж говорит: «О, мой Прабху, не иди в Кали-Брахманду, не принимай никаких учеников, не давай посвящения кому попало». Так много наставлений, что в Кали-Брахманду не ходить, то не делать, это не делать. Не пытайся общаться с кем-то. Имеется в виду неблагоприятное общение, как это все внешне выглядит, что Шрила Прабхупад нарушает все правила предписания, которые даны Гуру Кишордас Бабаджи Махараджем, но это не так. Шрила Прабхупад, он просто... Он примирился с этим, и Шрила Прабхупад говорит, что никогда не был в Калькутте, а ездил в Гаудиамадх, в Гаудиамиссию, которая есть трансцендентная, место Харикатхи, Харикиртана, где не там непрерывно происходит Санкиртан. Я не нарушаю наставления моего Гуру Падмы и не общаюсь ни с кем, поскольку то великое общение, которое я обрел от моего Гуру Падмы, после этого я чувствую, не чувствую вкуса ни к чему иному, никакому материальному общению после обретения великолепнейшего общения с моим Гуру Падмой. Я не чувствую ничего, никакого интереса к какому-то другому. И не хочу общаться ни с какими обусловленными душами. И мои ученики — это не мои ученики, они гуру. Они смотрят на меня все время, проверяют, не совершаю ли я каких-либо ошибок. И вот все они мои гуру. И таким образом, чтобы понять это все, я прихожу к главному. То, что... И вот Шрила Прабхупад много раз он объяснял эту шлоку. И вот много этих вещей там. Много смысла внешне может выглядеть, что это как-то противоречиво, но нет. Вначале мы должны получить милость Шрилы Бхактивинода Тхакура Вишванатха Чакравати Пада, Баладеви Дебушана, Шрилы Прабхупады, Сиддхартха Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа, все наши гурварки. Мы должны получить полную милость, и тогда мы увидим, что все находится в гармонии и нет никаких противоречий. Так много вопросов приходит ко мне последние годы о сварупе дживы, какой статус обусловленной дживы и то, что описывается в Чайтанья Чаритамрите, как можно это все сгармонизировать, понять. И вот Ишат апатасса випарджая асрити. It means, it is going to, apparently it seems, that is going to indicate some внешне это вроде выглядит, что непонятно, когда джива стала, отвернулась от Кришны, но правда ли это? Но обусловленные души, они с незапамятных времен, и невозможно посчитать, когда. Есть много, бесконечное число таких обусловленных душ, и кто среди них будет совершать
баджан, и кто из них присоединится к Гауди Матху, очень малое количество. И те, кто потом принимают прибежище, это зависит от нашей искренности, как Гуру Вани, Сиддханта Вани могут проявиться внутри сердца. Это зависит от нас, наших качеств. Не то, что каждый может понять всю Сиддханту. Может, последние годы я говорю, но я уже сказал, что мой тут ответ не полон. Много вопросов приходит ко мне, но какие-то особые вопросы я одобряю. И вот один из моих детей из Словении, он спросил, в 2012 году, и вот я был в Читании Годи Матхи, он пришел и спросил, с самого начала, и вот когда он прилетел в Индию, я по указанию Шрилы Бхакти Валабхитирти Госвами Махараджа отправился в аэропорт, чтобы его встретить и рассказать ему что-то о бхакти, о бхактах вот, в процессе поездки в Майпур. Но первый вопрос, который он задал, он спросил, дживы, они появляются или нет? Но новые дживы появляются. Я сказал, о, мой сын, если мы уже знаем, что количество джив бесчисленно, то откуда такой вопрос у тебя появляется? Появляются ли дживы опять или нет? Откуда этот вопрос? Хотя мы знаем, что все дживы, они нитья, они вечно присутствующие. И мы знаем, Бхагаван, он тоже вечен. Нитья, нитья нам, читанас, читанан. Вот эту шлоку Махарадж произносит. И вот откуда такой вопрос? Производство новых джив. И вот. Джива, их число бесконечно, они вечно присутствующие, и вопрос возникновения новых джив не возникает. Иногда люди не могут понять, почему этот пример дается, как мы можем все это в гармонию привести. Много всяких непонятных вещей, но мы должны... Baladev Vidyabhushan, Vishwanath Chakravartivad, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Keshav Goswami, Sridhar Goswami, Bhaktivinoda, all we'll have to get full kripa from them. Мы должны получить милость нашей Гурварги. And then we can reconcile. И тогда мы можем все понять. One thing I would like to speak first. То, что я хочу сказать сначала, достаточно давно. Long ago, not now. Actually, не сейчас, может быть, лет 45 назад. I forget. I heard from Srila Gopananda. Я слышал от Гопананды Бон Махараджа, кто сейчас Ачарья Баджанашрама, он меня очень любит, уважает, все время проливает на меня свою милость. И вот он говорит, достаточно давно, когда я был очень молод, Гуру Махарадж был там, Сридхар Госвами Махарадж был там, и вот был праздник в Пури, и вопросы были. Но вся гуру-таттва, которая присутствовала, мы не можем эту гуру-таттву разделить на части. И вот изначально гуру-таттва одна и едина, но много разнообразия находим, поскольку наша гуру-варга, она исходит из лотосных стоп Нитьянанды или с Мадхури Расы, с Радхарани, смотри как смотреть. И вот Марьяда Нитьянанды Прабху,
И вот, вся наша гурвага, она исходит оттуда, с духовного мира, и почему там такое разнообразие? Как, например, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что слушать и повторять о Яма-киртан не обязательно. Лучше слушать Харикатху с лотосных уст Гуру Вайшнавов и пытаться изменить свое сердце, выкинуть все, весь мусор из нашего сердца. И когда мы достигнем достаточной чистоты, тогда мы сможем осознать, что такое раса и все остальное. Махарадж даже хотел Джавадарму опубликовать непосредственно о расататве, а точнее без расататвы, он хотел убрать эти главы о расататве. Но смотрите, если кто-то находит недостатки в Шри Кешава Госвами Махараджа из-за того, что он это сделал, это плохо. Но смотрите, он из-за смирения и чтобы пролить на нас больше милости, он хотел показать нам точный путь, и чтобы мы поняли его правильно, а не превратно. Шрила Бхактивинода Тхакура иногда говорит об очень высоких вещах, и к предисловию к Яма-киртанам и к Яма-киртанам в Баджандрахасе Шрила Прабхупада также много возвышенных вещей написал, и Шрила Пури Госвами Махарадж. И вот они делают заключение, что будучи в обусловленном состоянии, это не срочно. Слушать об этих расалилах. Обусловленные души могут это все превратно понять, но Мадхава Госвами Махарадж, он очень милостив, он хочет дать шанс, чтобы благодаря общению с Гуру Вайшнавами мы смогли слушать эти киртаны, чтобы стать лучше впоследствии. И вот. Гуру Махарадж, он был настолько милостив, он хотел сказать, что перед... То есть, если мы слушаем эти Яма-киртаны и чувствуем вожделение, то это плохо. Но Бхарати Махарадж сказал, что Гуру Махарадж был очень милостив, он хотел сказать хорошо. В итоге, если они будут петь этот киртаны под руководством чистых Гуру Вайшнавов, они поймут. И как перед солнцем не может быть никакой тьмы, и также если мы находимся рядом с чистыми вайшнавами, то вожделение не будет, не может быть у нас. И поэтому вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж сделал по-другому, он опубликовал все эти Яма-киртаны и расататву. А все предисловия, все это одобряет, что это все подходит для мукта пуруша. Но но это не значит, что наше обусловленное состояние навсегда. Нет, а мы впоследствии избавимся от этого обусловленного состояния. Шрила Прабхупад говорит, то есть нет, опять же, не значит, что все преданные будут вечно обусловленные. Нет, они. Они возвысятся в процессе. Шрила Прабхупад, может, очень строго говорит, много ограничений, но это не значит, что все преданные будут вечно обусловлены. Подумайте, о чем я говорю. Мы никогда не должны быть сахаджиями. Лучше, если мы умрем. Процедура сахаджи, она запрещена, и поэтому я очень строг. Это не значит, что я не одобряю расутатву. Люди превратно понимают. И вот точка зрения Шрилы Кешава Госвами Махараджа в чем? Или Сиддхартха Госвами Махараджа, или Бхакти Прамода, Пури Госвами Махараджа, или Бхакти Ракшак Сиддхартха Госвами Махараджа, или Мадхава Махараджа. Мы должны все это понять, осознать, принять. И вот вопрос был.
Если мы придем в гармонию с нашим Гурупад Падмой, то смотрите, с другой стороны мы видим, что Кешав Госвами Махарадж говорит по одному, Мадхав Госвами Махарадж немного по-другому, как это все гармонизировать. И мы уже слышали, что Гуру Таттва, она вся едина, и как же это все понять? И все, кто там были, они попросили Шрилу Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа решить эту проблему. Гуру Падма начал говорить: о, дети, я кратко расскажу вам. И вот он сказал: о, мои дети, мы должны войти на путь Рагануга Баджана, все наши Гуварга, вечные спутники Радхарани. Но для обусловленных душ мы организовали баджан в Гауди Матхе со строгими предписаниями, правилами и предписаниями, и если мы привыкнем находиться на пути этого Видхи Марга, Видхи Марга — это не нечто противоположное Рага Маргу. Многие спорят на эту тему. Они не пытаются понять, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что Рага Марг, он не противоречит Видхи Маргу. Хотя внешне может что-то противоречивое найтись. Но эта шлока не значит, что мы должны оставить Видхи Марг. Нет, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, баджан на пути Видхи Марга, он помогает нам войти на путь Рагануга Баджана. Я это объясню попозже, и все, о чем я говорю, будьте верены под руководством Баладевы Дебушан, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, Сиддхартхи Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа. Я не иду, не собираюсь какую-то личную философию создавать, это оскорбительно, но я могу дать какую-то полезную идею, чтобы прояснить эти все вопросы. И вот смотрите, Гурупад Падма говорит, Шрила Прабхупад организовал этот Видхи Марг Баджан, Бхактивинода Тхакур тоже одобрил и показал нам эту процедуру баджана, что мы с утра, с трех утра мы должны совершать баджан, следовать всем правилам и предписаниям, а обусловленные души, они естественно против всяких правил и предписаний. Если что-то пытаться их ограничивать, то они возмущаются. И часто такое можно наблюдать. Но я не могу нарушить наставление Шрилы Прабхупады, я следую то, что он, чему он завещал, любите вы это, не любите, это уже дело десятое, я должен следовать Гурварге. И вот смотрите, Гурупад Падма говорит, Шрила Прабхупад дал, сделал так в Гауди Матхе, что правил, строгие правила и предписания, которым мы следуем, мы должны привыкнуть под руководством Гуру Вайшнава, Гуру Вайшнава всему следовать, но у нас не должно быть никакого лицемерия. Если его не будет, то Дживатма, она так постепенно будет прогрессировать на пути баджана, и в подходящее время Гуру Варга прольет на него свою милость, и тогда такая душа, она поймет, что такое Рупануга Баджан и все остальное. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Джава Дхарме и в других книгах в Баджан Рахасе. Те, кто находится на пути строгих правил и предписаний Гурварги, на пути Видхи Марга, то это постепенно даст нам возможность войти на путь Рагамарги, но не до этого.
наше положение очень болезненно, плачевно, обусловленные души очень находятся в таком незавидном положении, что они думают только о... Они хотят освободиться физически и в уме, но они выражают чувство, что не могут чему-то следовать. И вот если обусловленные души будут возмущаться, что они не могут ничему следовать, то что мы можем сделать? Это все? Если вы хотите получить какую-то физическую или умственную свободу, то ваша ли это цель? Кто-то любит находиться в каком-то обусловленном состоянии, например. You know, sour. I can get different four type of test. You know, chaturvida. So they like to lead their life this way. They like to make their life tasty. But when you can get transcendental test, но когда мы обретем трансцендентный вкус, то мы естественно, откажемся от всех предыдущих наших склонностей и предпочтений. Вот телесная свобода или умственная – это все, к чему мы стремимся. It is very painful. You don't try to understand. Мы преданные, мы хотим быть под руководством гуру и вайшнавов, и это наша наивысшая цель. Мы хотим быть под руководством гуру и вайшнавов, поскольку этот гуру Махарадж, он накладывает на нас какие-то правила и предписания, чтобы по-настоящему освободить нас. И когда мы полюбим Кришну всем сердцем, и Кришна также полюбит нас всем сердцем, тогда мы... Тогда уже ничто не сможет нас сбить с пути. Это подлинная свобода. Но обусловленные души хотят как-то по-другому получить освобождение, не хотят следовать никаким правилам и предписаниям. И вот... Guru Padma speaking, Vidhi Marga said by Prabhupada is very, very beneficial. И вот путь, показанный Шрилой Прабхупадой, он очень благодатен и. That this Guru Dev speaking this. И вот Гурудев. Another Guru Dev speaking this, so you cannot reconcile. И вот можно видеть, что один гуру говорит одно, другой другое, как это все гармонизировать и. Как следовать всем, чтобы никто не обижался. И вот Гурупад Падма говорит, будьте осторожны. Нитьянанда Прабху приходит в вашей жизни в форме Бонадев Гусейма Махараджа, например. Нитьянанда Прабху приходит в форме Бхакти Прамода Пури Гусейма Махараджа в моей жизни или в форме Кешава Гусейма Махараджа в вашей жизни. И может быть какое-то внешнее различие, какая-то особенность у всех, но если вы вернитесь к изначальной Сиддханте, то увидите, что все в гармонии. Мы должны знать эту технику. И вот Гурупад Падма вынужден был сказать, что, например, смотрите, Шрила Бхакти Праген Кешава Гусейма Махарадж говорит одно, а Шрила Бхакти Дайтамадо Гусейма Махарадж другое, то будьте осторожны. Вы должны сначала понять, что говорит ваш Гуру Махарадж. Вам не нужно куда-то прыгать. Вы должны понять, что ваш Гуру Махарадж говорит вам, какое наставление может
какая-то особенность в нем, и вы должны следовать этому. Потому что, согласно вашим санскарам, Нитянанда может отправить вас к Бондев Госвами Махараджу или еще куда-то, и вы должны полностью следовать его наставлениям. И потом, если какой-то шикша-гуру и вот и может дать какое-то другое наставление, если вы не понимаете, нужно пойти к чистым гуру вайшнавам, они объяснят и гармонизируют все эти наставления. И вот наставление Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа Гурупад Падмы было в том, что вначале Нитьянанда приходит в форме вашего Гурупад Падмы, и вы должны сначала ему следовать, и потом, если вы находите никакое какое-то несоответствие сиддханты у какой-то гурваги, то должны спросить это у чистого возвышенного преданного сиддханта вида, и тогда они найдут решение для вас, то, что вам поможет. И вот сейчас так много вопросов приходит, я могу зачитать некоторые. Не сейчас, а вот другие не надо объяснить все, хотя я говорил достаточно давно еще, в прошлом году, но я не был доволен полностью. Новую тему хочу начать. И вот, по милости Гуру Вайшнава, по всей вашей милости, я хочу найти подходящее решение, которое подходит для всей гурварги, и не будет никаких противоречий. И вот я хочу сейчас вам рассказать о нем. Но в начале всего главное то, что я вот могу говорить день за днем, это долгое время займет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит здесь, в материальном времени нет начала и конца. И вот мы знаем все Бхатхадживы, это Татастхадживы. И что же это? Что такое Татастха? Мы знаем, что татастха – это пограничное состояние, как буквально граница между землей и водой. И вот эта тонкая граница зовется татастха. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур объяснял это, что Бхатхаджива – это татастха-джива, татастха, потому что она может находиться и там, и там. Она может находиться как в мире Майи, так и в вечном духовном мире. И вот. Я начал с Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур говорит долгое время. Это такая противоречивая, да, такое противоречивое, никто не может найти совершенного решения, если Гурвага. Тут Гурвага тоже. Ну, в общем, это противоречивая эта тема. С незапамятных времен дживы находятся в обусловленном состоянии. Анади Бахирмук значит обусловленные.
И все дживы исходят из Татастра Шакти, мы знаем. Единство в различии, различие в единстве. А Кришна – это причина всех причин. Вот это вот шлока, откуда разнообразие в Адвайян Татве, это изначально из Кришны. Это разнообразие уже было в Кришне. Оно также вечно присутствует. Если это разнообразие вечно присутствует, то мы должны понять. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел сказать, что вечные сиддха-бхакты, они могут быть разделены на несколько частей. Первое – это видхи-бхакты и рага-бхакты. Нитья-сиддха-бхакты. Some here and there, northeast, I will have to go and bring some documents from different where to reconcile. So first of all, I start with this point. И вот я начал с этого, очень такой чувствительное. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что нитья сиддха бхакты могут быть разделены на две части. Вы знаете, одна группа – это видхи бхакты, а другие рага бхакты. И вот нитья сиддха. Нитья сиддхи и рагбхакта пратек, you know, we know нитья сиддха биди бхакта is there, нитья сиддха рагбхакта, and each of them from each group they have some speciality about дасья, сакья. И в каждой группе какая-то особенность насчет дасьи, сакхи и всего остального. И когда я приведу, сделаю заключение, я опять буду обсуждать, сделаю такое заключение всей лекции. И Кришна, он... И, в общем, есть разнообразие этих рас, они могут быть с обоих сторон в Кришне. В читании Чайтамрите, в Мадхья-канде, в средней части читания Чайтамриты говорится, в 24 части Мадхья-канды, и вот 200 какой-то шлоки, в общем, 200 какой-то там такие слова на приводятся. Махарадж не номер только сказал, говорить не будет ее. So after that is written, Nitya Siddha Parishad Das Sakha Guru Kanta Gon Chari Vido Prakas, four different kind of division in both the group. Эти преданные разделяются на этих, тех, кто следует Видхи Маргу и Рага Маргу. И в Амрита Прабхава Бхашья, в Анубхашье также Шрила Бхактивинода и Прабхупад, они говорят. It is written, Bhaktivinoda Thakur Prabhupada put something. Parishad Gani Nitya Siddha. Those are eternal person. Вечные спутники. Be sure they are eternally present. Господа, будьте уверены, они вечные, они все гуру. Those are eternally person. Те, кто вечные спутники. Parishad Gani Nitya Siddha. Господа, они. Eternal Parishad Nitya Siddha. Они уже нитья сиддхи. Follow. And и также может какая-то классификация быть из Баладева Санкаршана.
И из Баладева бесчисленные дживатмы исходят из Баладева Санкаршана. Они не Бадха, а не те ситхи, они все гуру. Баладев Санкаршан. Все бесчисленные дживы, они приходят, они все не те ситхи. Они все гуру. Они вечно совершают служение Кришне. И из-за кто-то из-за своей зависти будет неправильно как-то превратно думать о них, то это оскорбительно. Они тоже из джив, но другие дживы по воле Нитянанды Баладева это все происходит. Они никогда не находятся в обусловленном состоянии, они вечно свободны. И те 12 гопалов, они приходят, они проявление Баладева, они необычные дживы. Вот они все нити ситхи вечно служат Кришне, это все хорошо. И если я буду из-за зависти что там думать о них плохое, я разовью так оскорбительные отношения. Они необычные дживы, они. И вот 12 гопалов, которые являют лилы с Кришной, они не дживы. И когда я буду обсуждать, я покажу, что они не обусловленные души, они гуру. И 20 гопалы, и другие спутники, которые исходят из Баладева, они тоже необычные дживы, они не отличны от Баладева. Их виграха, она подобна Баладеву. Все дживы могут быть разделены на три части Бадха-дживы, Татастха и Мукта. Бадха, Татастха и Мукты. Шрила Прабхупад написал его одну статью, и уже Махарадж перевел, он вскоре покажет нам через какое-то время. Бадха, Татастха и Мукта. И вот все они отличаются друг от друга. И также Шрила Бхактивинода Тхакур пишет очень важное. И вопрос. И вот в джива сварупе татастха бхава в тонкой форме. И вот когда я буду делать заключение, я вернусь к этому. Вначале мы должны понять. В сварупе татастха бхава есть в тонкой форме, в материальном видение мы не можем ее найти. В сварупе всех джив татастха бхав, она уже в тонкой форме находится, внешне мы не можем это обнаружить, будьте осторожны. На самом деле Бадха джива, он не совсем татастха, как это все гармонизировать. Практически и вот я могу свидетельство всему привести, вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, сварупе дживы, татастха, она в тонком виде присутствует, и то, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакур,
это все не бесполезно. Почему Шрила Бхактивинода Тхакур из Брихатаранья Упанишад приводит какие-то примеры, это запутывает кого-то, но там все правильно. Я могу привести доказательства всей этой сиддханты. Шрила Бхактивинода Тхакур вынужден был дать такие свидетельства. И Баладеви Дьябушин тоже практически то же самое говорит. Понимаете, о чем я говорю? И вот Бхадха, Татастха и Мукта – это три категории, отличных друг от друга. Но Сварупа, Татастха, Бхава может быть в тонкой форме. Это зависит. Они могут присоединиться к Нитья Сиддха Дживам также. И вот Сварупе Татастха Бхаве, это может быть все в тонкой форме, но Бхадха Джива, она не Татастха. Нельзя найти, нельзя пойти найти, где же эти Бхадха Дживы находятся. И вот это не бесполезно, не бесполезное представление, нет. Иногда теория может поддержать практику. Я могу привести пример. Кто-то может находиться на коленях Майи. И о муктах, также, кто мукта, они вечно мукты, они никогда не видели обусловленного состояния, и откуда это появляется вообще. Я могу привести свидетельство тех, кто уже мукты. Они также в тонкой форме. Татастха Бхава Шунья такое качество имеет. Читани Читамрити Матья Канди в 22 части говорится, Кришнадас Кавирадж Госвами также говорит, мы должны все гармонизировать, как это вроде все противоречиво. И сомнения у нас какие-то есть. Какие-то дживатма, они уже вечно свободны, они никогда не видели майи, они гуру по своей природе. Если кто-то будет сравнивать их с обусловленными душами, это плохо, но особо для тех Двадаш Махаджан и других, которые явились из Баладева, они не дживы, они не отличены от Баладева. И вот в Чайтанья Чаритамрите, в Санатана Шикше мы находим так много терминов, примеров Нитья Мукт, Кришна Паршадов, Нитья Бадхов, Нитья Бахирмук, Нитья этих сам, еще кого-то, как это все гармонизировать, и пытайтесь понять. Читание Чайтамрити в Матья Канди, вот, вот в этих стихах там приводится пример, который я хочу рассказать. Он дается Кришнадас Кавираджем Госвами, чтобы показать свое положение. Нитья Мукта, кто вечно, Нитья Мукта, те, кто вечно совершают служение, они никогда не видели майю. Кришна Паришат нам, они вечно служат Кришне, их спутники, они такие спаршадживы, спутники Господа и Кришна. Another point, Nitya Baddha Krishna Hite Nitya Bahirmukh.
И вот те, кто вечно, находится в вечно обусловленном состоянии нитья-бадхи, они вечно отвернуты от Кришны. Внешне заняты в нитья самсаре. Иногда они пытаются наслаждаться, иногда в ад попадают. Иногда становятся в царском рождении, рождаются иногда просто нищими. И вот эти слова не применимы к этим. А то эти, если душа она вечно обусловлена, это не значит, что вечно обусловлена. Они когда-то могут теоретически освободиться от своей обусловленности. И вот, то есть если джива обусловлена, это не значит, что навсегда. Нет, они станут, могут стать преданными в итоге. И вот нитья мукта, те дживы, они никогда не видели майю, у них нет связи с майей, они находятся в трансцендентной дхамме, они совершают служение Кришне, позитивное служение всегда. И вот они наслаждаются, они служат Кришне и чувствуют трансцендентное блаженство, сукха, счастье. Они не ищут какого-то отдельного наслаждения, как какие-то обусловленные дживы. Always traveling in these 14 worlds. И вот они скитаются по 14 мирам, иногда в ад попадают, иногда в рай. И это от склонности. И из-за того, что они отвернулись от Кришны, майя она может как-то повлиять на них. И они получают наказание в грубом и тонком теле. И вот сейчас основа, то, что вы должны понять. И вот мы должны понять все это. И вот сейчас я хочу привести аргументы вам какие-то. Вы должны понять вот эту шлоку. Эта шлока говорит нам, то, что майявади, они обманщики. Они верят только в какую-то одну дживу, которая одна, и не верят, что количество джив бесконечно, это главная проблема майявади. И вот они говорят, что есть одна атма, одна всего душа, и когда эта душа отражается в других, как солнце отражается во всех источниках воды, у них такое представление о душе. Но шастры, упанишады, веданта, бхагаватам, читание читамы, это никогда там такого не говорится, их концепция полностью неправильна. А эти майявади верят только в одного, в одну душу, но в шастрах такого не говорится. И вот нитья-нитья. Кришна, Он причина бесчисленных брахман, бесчисленных душ, и кто же будет спорить с этим? И Шрила Прабхупад, он уже много раз говорил,
Джагадгуру Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, он сказал, бхакти – это естественная функция души. И как же это все гармонизировать? Но почему это не проявилось? Почему мы не видим бхакти внутри дживы? Чидатма cannot see or feel that absolute tatva due to the covering of mind. Дживатма из-за покрытия майи не может этого видеть. They cannot feel. They are under covering of maya. Эти дживатмы не покрыты майей и не могут видеть, что чидатма на гьянамой, анандамой, что Бхагаван полон блаженства и знания. Они не видят этого. Нирасту кухакам саттам парам дхимай. So this way you see, и вот таким образом, смотрите, Бхагаван, он анандамой, абсолютно ананда. Он также абсолютно гьянамой, тот, кто обладатель всего знания. Он находится на абсолютном уровне, он Бхагаван. И вот смотрите, все присутствует в Кришне, и дживы, они также, и гьянамой анучайтанья, но он покрыт, это все покрыто майей. That's why we need to depend upon Guru Vishnu. Но не все могут видеть эту абсолютную татву в своем сердце, поэтому мы зависим от Гуру и Вайшнавов. Тан майя я ато авайеттам бхактик эйшам гурудева татма. Then we'll have to serve that Guru Pad Padma. Мы должны служить Гуру Пад Падме, и тогда мы почувствуем не до этого, поскольку Бада дживы. Из-за того, что они покрыты майей, они не могут чувствовать этого всего. Душа, она проходила через 84 вида различных, 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни. А все в Кришне присутствует в абсолютной форме, но не в дживе. Джива, она очень тонка, очень мала. И чидатма, которая пребывает внутри нашего сердца, она не может чувствовать абсолютную татву, дживатму из-за покрытия майя, иллюзии. И после этого душа, она переместилась, скиталась по этим 8 миллионам 400 тысячам различных рождений. И а когда это началось, нельзя сказать, поскольку это все бесконечно, с незапамятных времен. Сварупа дживы, она определена, а как определена, как она стабильна в этом вопросе? Душа, она очень мала, и она исходит из Господа, как Татастха Шакти, она пограничная энергия Верховного Господа, и, естественно, Дживатма связана с Кришной через эту Ачинтья Бьеда, Бьед Татву, Бьеда и Бьеда, все эти Татвы, они правильные, и те дживатмы, которые являются частичками Верховного Господа, Бхагаван Си Кришна в Гите говорит, но
Противоцелом Кришны они не могут быть. Counterpart is not there. Мамайбамса дивале вигибхута санатана means шакти шакти матор авед. И вот шакти шакти матор авед согласно Веданта сутре, а не шакти амши. Marginal energy татоса шакти дживатма, though all those countless дживат they are coming from. И хотя все эти дживы, они из татоса шакти. А те, кто приходит из Баладева, они совершают служение, но они отличные, они гуру, они не те паршады. И вот из бесконечно малы они исходят из татаста шакти, пограничной энергии Господа. И естественно дживатма они связаны с Кришной согласно Ачинтья Беда, Беда Татве, но все эти дживатмы, они частицы Верховного Господа Шри Кришны и проявление Его пограничной энергии. И естественно, эти дживатмы, у них есть склонность к Нитья Джагату, вечному миру, и также к материальному. Они иногда чувствуют привлечение к материальному, понимаете? Как обоим мирам. Иногда они чувствуют привлечение к одному или к другому, согласно их татастха. Это татастха положение, я уже сказал, в тонкой форме внутри дживы, в грубом. Это нельзя найти, но это не ложная философия. В тонкой форме это в дживасварупе находится, но практически нельзя найти. That I can prove. So why Bhaktivinoda Thakur going to prove about Tathastha Jiva? Some quotation from Bhaktivinoda Thakur. Sthani tishtan eti ubhi sthani paschati idancha paraloku sthanancha. Try to understand. Tasho vaitasho purushasho de eva sthani bhavata idancha paraloku sthanancha sandhyam tritiyam sapno sthanam tasmin sandhe sthani tishtan eti ubhi sthani paschati idancha paralokam parolokasthananca. Philosophically, Bhaktivinoda Thakur wanted to make us философски Шрила Бхактивинода Тхакура он хотел дать нам понять. Он цитировал этот цитату, чтобы мы имели практическое чувство, что это возможно. Но тот Бхактивинода Тхакур, который хотел сказать нам, он сказал, что татастха бхава в сварупе, в тонкой форме, но в материальной форме мы не можем ее найти. И эта концепция, она не совсем неправильная. Дживы, они подходят к обоим, к трансцендентному и к материальному. И середина положения, оно сравнивается со сном, когда души во сне, они думают что-то, но это не настоящее, но и сон тоже не совсем. И такое сонное состояние тоже не ложно и не бесполезно. Ноль, например, очень важная.
какой-то Арьяварта Риши, он открыл ноль, вроде ноль, но полезен. Без нуля тоже все ноль. То есть ноль как бы не совсем бесполезен. Без нуля нельзя. Ну, ноль, он, в общем, он очень полезен в математике, нельзя просто вот отказываться от него. И вот ноль, ноль, он как бы бесполезен, но нужен. Я, например, написал что-то, цифру какую-то, и если я буду предписывать нули к нему, то чем больше я пишу нули, тем больше значимость повышается. И с негативной стороны, если перед числом буду предписывать нули, то число уменьшается в соответствии с количеством предписанных нулей. И вот те, кто знает математику, они поймут, то, о чем я говорю. И вот эта идея из Упанишад, она не ложна. Без этой концепции у нас не может быть полного представления о Татхастха Шакти. Это очень опасно. И вот здесь говорится, что дживы, они смотрят в обе стороны. Это Татхастха, такое положение их. И вот Брихат Аранья Упанишад, есть другая шлока. Брихат Аранья Упанишад, 4, 3, 9 шлок, I discuss. Another Брихат Аранья Упанишад, 2, 1, 10 шлок, I'm going to speak. Jathagnehe, Jathagnehe, Spulinga, Bispulinga, Bucharati, Bucharanti, Spulinga, Bucharanti. Printing mistake. Yathagnehe, Khudra, Bispulinga, Bucharanti, Evam, Mevasmad, Atmanaha, ... After that, Sarvani, Bhutani, Bucharanti. It is written. It is compared with some spark coming out of big fireflies. It is compared with that. And we are not another. И вот она, здесь душа сравнивается с искрой, которая изошла из огня, из костра. И в другой вот шлоке сравнивается. From Vyadaranag 4.3.18 sloka. Tad yatha. What is the status of jiva? И каков статус дживы? Yatha maha matso uve kule anu sancharati purvancha paranchaiva mevayam purusho etavat etavat ubho anantau anu saranch anu sancharati Сапнантончо, Буддхантончо. You know, тад ятха матсе уве куле анусанчаранти. Пурванча паранчаива мевайам пурушо. Это убхау ананто ансанч. Here it is written, и вот здесь говорится, как во сне, дживатма может чувствовать какое-то блаженство, и когда сон прерывается, то она просыпается, и вот это можно сравнить с таким сном. И что плохого, если мы будем эту философию покажем, в ней нет ничего плохого. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, The chit-sakti of Ishwar is asim, infinity.
чит-шакти, есть майя-шакти и чит-шакти. Они бесконечны. И это татастра-шакти. И вот Кришна, эти дживы, они исходят из этой татастра-шакти, естественно, и джива тоже может быть в таком пограничном положении. Эти татастра-дживы, они могут... быть как вечно свободны, так и вечно обусловлены. И в Веданта-сутре мы можем найти И вот в Брахма-сутре говорится, и вот, что все эти чидатма, и все это контролируется Божественным, одним Брахмой, ничто иное. И Парам-Брахма Ахилешвар все поддерживает. Кроме этого, другие функции могут быть совершены с помощью мукта дживами. Bhattajiv can do, Bhagavan can translate all power, but except this, Bhattajiva может что-то делать по благодаря милости Верховного Господа, кроме некоторых вещей, как творение мира, разрушение и вот подобное. И вот смотрите, мы должны понять все это. То, что татастха, положение дживы, оно есть, и также и как, в общем, все гармонизировать, и что дживы бесконечно мала, дживатма, она исходит из татастха шакти. И дживатма, она связана с Кришной, согласно Ачинтья Бьеда Бьед Таттве, и хотя дживатма, она часть Кришны, я говорил это из Гиты, уже, и, но Кришна, он связан со всеми дживами с помощью Ачинтья Бьеда Таттве. И все эти дживатмы, они части Верховного Господа Шри Кришны и проявление Его пограничной энергии. И поэтому все эти дживатмы, они могут быть как в духовном, так и в материальном мире. Иногда они чувствуют привлечение к чему-то, иногда не чувствуют, но согласно читанию Читамрите можно найти, что есть вечно свободные, есть вечно освобожденные. Согласно этой концепции, a marginal line of demarcation has been conceived. What? But sarup, in sarup, in fine form, it is there, not false. On the basis of this conception, a marginal line of demarcation has been conceived, imagined. You know. In between. This in between this transcendental world
И вот между этим трансцендентным и материальным миром. И эта граница, она не находится в материальной форме. Мы не можем найти эту, оно как бы есть, но нельзя ее просто взять и так определить в грубой форме, ее нет, но в тонкой есть. Но оно как бы есть, но не ложно совсем. В материальном положении мы не можем это найти, но в тонком оно есть. И вот смотрите. Оно как бы материальное нет, но оно есть, как ум, например. Он как бы у нас есть, но увидеть не можем ее. Или майя, она, майя как бы нет, но она есть. Но благодаря действиям ее можно заметить, майя. И таким образом есть какие-то вещи, которые вроде есть, но не видно. И на основании этих вещей у нас может быть четкое представление о Татастха-положении. Вроде оно есть, но не найти его. Но как бы оно в тонкой форме есть, но в грубой незаметно. И также я могу сказать то, что не совсем ложно. Нельзя сказать, что это 100% ложно, я не могу сказать, как, например, идеальный газ, те, кто и изучают химию, физику, они знают, что такое идеальный газ. Идеальный газ, он как бы есть, но идея идеального газа есть, но в физике и химии, но в природе его нет. Follow. It is not false. Just like the conception of ideal gas has been accepted in physics and chemistry as per the идеального газа она принята. Ну и на этом заканчивается все. И потому что идеология очень важна. И вот эта идеологическая концепция может помочь нам показать пограничное положение всех джив. Мы знаем, что наверняка Верховный Господь, Его вечно присутствует, Его бесчисленные дживы, они также вечно присутствуют, сомнений в этом нет. Но как и когда эти дживы становятся обусловленными? That is the main question. В этом главный вопрос. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об обусловленном состоянии. Обусловленное состояние, оно с незапамятных времен в дживе, но это не значит, что они не смогут освободиться и стать свободными. Когда и где эта душа стала обусловленной? Если кто-то спросит, когда и как, то это, если вопрос такой возникает, то бесполезен, поскольку сказано, что с незапамятных времен. Если кто-то спросит, когда и как,
души стали обусловленными, то сложно ответить, поскольку нет начала. Нельзя найти начало, когда это все начало. Джива она может в двух состояниях существовать. В мукта состоянии и в бадха, то есть в освобожденном и в обусловленном. Я говорил уже, видья не есть в этих бадха дживах. И вот в дживах есть как видья, так и авидья. То есть такое освобожденное и обусловленное состояние в тонкой форме, они есть. И вот идеальное состояние татастха, бхавы, дживы, оно также присутствует в таком тонком, этом, в тонкой форме, но это не значит, но это не обозначает третье состояние дживы. И вот татастха бхава дживы также присутствует в сверхтонкой форме, но это не значит, что есть еще и третье состояние существования дживы. Понимаете? Нитья бадха, нитья мукта. И я уже обсудил, есть два состояния, вот обусловленные и освобожденное. И вот нитья бадха, нитья мукта, эти два уровня категории могут быть найдены, а третье easily understood the constitutional position of jiva. Not that tatastha conception all false, we can throw it into garbage. Not that. The word marginal potency, пограничное состояние, слово пограничное состояние указывает на чистое, не чистейшее, не запятнанное положение дживатмы. То, к чему не прикасалась майя или материя, и и душа, у нее уже есть качество самопроявленного знания и блаженства, но еще не, но она еще не чувствует влечения к чинмой нитья джагату, к вечному духовному миру. И это только позитивное представление, которое практически это подобно. Нирвишешваде. И практически, если мы попытаемся применить это, то это как уровень нирвишешвада. No seva, no maya. It can also have. There is nirvisheshvada stage. В Чайтанья-чаритамрите мы находим Сидданту Шримана Махапрабху в следующем виде. Есть нитья бадхи, нитья мукты. Есть три категории. И вот есть эти дживы без, вечно обусловленные, вечно освобожденные из незапамятных времен, без всякого начала. Nothing else.
есть вот эти состояния дживы, и, например, какая-то обусловленная душа, она входит в вечный мир. И вот смотрите, например, какая-то обусловленная душа входит в Нитянандамой Чит Джагат и автоматически, осознанно или неосознанно, она, эта дживатма, татастха шакти, она должна пересечь эту материальную эту границу. И вот сейчас обусловленная душа, она входит в Нитья Джагат. После обретения Гуру Крипы и остального совершения баджана, и вот какая-то обусловленная душа сейчас входит в Нитья Анандамой Чит Джагат, и автоматически, осознанно или неосознанно, это дживатма, это татастха шакти, должна пересечь эту пограничную линию, разделяющую, да или нет? Автоматически, осознанно или неосознанно, она должна пересечь, поскольку без этого невозможно. Как же двигаться дальше? И вот эта дживатма должна пересечь эту линию, которая зовется татастха. И здесь случай с Аджамилой может показать это, поскольку он так или иначе он был он одобрял служение Гуру Вайшнавам и Бхагавану, поскольку так или иначе вот он был благосклонен к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, не препятствовал, но все же не было достаточно читбола, духовной силы внутри сердца Аджамила. И никакой защиты от Майи он не обрел. И вот, естественно, он чувствовал влечение к Майе и был побежден. Вся его мораль, чистота, все прошло, ушло. И он был в таком падшем состоянии, оставил джапу, севу, осознанно или неосознанно. Он пересек эту пограничную линию татастха бхавы, да или нет? И такое это такие случаи во всех 14 мирах можно частенько найти. Я могу с математики привести много таких примеров. Понимаете? С любое позитивное число, имеется в виду положительное, больше нуля. Если вы хотите, то есть если с позитивного числа вы перемещаетесь к негативному, то ноль вы вынуждены будете пересечь. Then surely you will have to knowingly, unknowingly you will have to cross over zero, the neutral point. So the conception of marginal, идея пограничного состояния, она не лишена оснований, она имеет значение. The relationship between Bhagavan и вот связь Бхагавана дживы, они вечны из незапамятных времен, но это теряется иногда. Без начала
Как невозможно это все подсчитать, но... Действительно, я могу много примеров привести. Мы начнем какое-то начало, найдем точно какое-то начало, или не можем найти ни начала, ни конца, когда джива стала обусловленной, хотя джива, она не может осознать вечную связь с Кришной, но все же это не может быть игнорировано, это не ложная вечная связь, она есть. Дживатма, она, если она не чувствует вечной связи с Кришной, то это не значит, что ее и нет, просто джива она не чувствует. Как, например, если сын потерялся от родителей, то это не значит, что его нет. Просто родился, например, в роддоме, перепутали, потеряли, то не значит, что его вообще нет, просто потеряли в процессе. И вот такой потерянный сын не значит, что связь отца с сыном она потерялась, может, отец или сын не чувствуют связи друг с другом из-за того, что потерялись, но она есть. Если мы не можем найти никакой причины из нашего прежнего материального опыта, что такие... То есть мы не можем найти из прежнего опыта ничего похожего, но это опять же не значит, что это ложно. Чтобы определить вечную связь дживы с Верховным Господом, мы должны пытаться обрести самбандхагьяну, которая только возможна по милости Гуру Вайшнавов, и тогда и только тогда вопрос Абхидеи, Абхидея значит служение, Абхидея возникает в жизни подлинного севака. Все же после этого вопрос достижения цели. Например, мы следуем самбандхагьяне, кто-то абхидеи следует, но все же гарантии нет. Если мы совершим ошибку, то вопрос достижения цели прайоджана, прайоджана значит наивысшая цель Кришна прама, возникает не перед этим, понимаете? Самбандхагьяну мы обрели. Ложное эго, оно уйдет, и после того, как мы обрели самбандху, абхидея, сева, баджан, вопрос баджана возникает. И если мы совершаем баджан совершенным образом, то после этого вопрос достижения цели прайоджана, вопрос Кришна Премы возникает не перед этим. И вот сварупа дживы, она вложена в конституциональное положение дживы, но не в татастха джив. Что вы имеете в виду? То же самое, когда Шрила Прабхупада и Бхактивинода Такур говорит в своей сварупе. Джива татастха бхава уже там есть. Понимаете? И вот сварупа дживы, она вложена в эту сварупу дживы, но не в татастха дживу, но не в татастха дживу, которая имеет склонность
отклониться от Верховного Господа из-за влечения к материальной майе, из-за наслаждения. Но так или иначе, теория of the descent of Sarup Shakti, anyway, the basic potentiality of the descent of Sarup Shakti has also the subsequent revelation of Jiva's Nitya Sarup already existing in the very nature of the Jiva. They're again true, one by one, not today. Already existing in the very nature of the jiva. Но она уже есть в природе дживы, хотя джива сварупа может быть покрыта майей. Imbued with Sri Krishna's, you know, intrinsic Swarupa Shakti can never be covered up. I can discuss this point today, not clear to you, I know. So I can try to explain one by one. Пытаться объяснять это все. В дальнейшем сейчас дает время обдумать то, что он уже сказал. Если есть вопросы какие-то, задавайте, и так или иначе мы решим все эти вопросы. Байам дитио винивеша тасат ишат апетасса випарджая асрити тан майая ато авайеттвам бхактвайк эйшам гурудева татва банча калпатарвасе кепасинд бхаваша патитанан пабана бхавашна вьо намо.